Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный томатный соус. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 3 килограмма спелых мясистых помидоров нарезаем дольками и вырезаем место, где крепилась плодоножка. Затем помещаем их в широкую подходящую для варки посуду и отправляем на умеренный огонь. Время от времени томаты мешаем. С момента закипания тушим помидоры на небольшом огне полчаса. Затем с помощью сита и половника выбираем появившийся сок. Дальше добавляем к томатам нарезанные кубиками 500 граммов яблок, 500 граммов сладкого перца и 500 граммов репчатого лука. Хорошо перемешиваем и варим все вместе примерно 30 минут. До полной готовности компонентов. Затем добавляем 20 граммов пропущенного через пресс чеснока, 8 граммов измельченного острого перца, 5 граммов сухих итальянских трав, 2 грамма молотого кориандра, столько же черного молотого перца. Перемешиваем и продолжаем варить еще 5 минут. Дальше огонь выключаем. Массу перебиваем погружным блендером. А затем протираем ее через сито. Возвращаем полученное пюре снова на плиту. Добавляем 20 граммов соли, 100 граммов сахара, 80 миллилитров 9% уксуса. Перемешиваем. И доводим томатную массу до кипения. Провариваем соус 2-3 минуты. Сразу разливаем его по сухим стерилизованным банкам. Закатываем, переворачиваем на несколько минут, чтобы проверить на подтекание. Даем соусу полностью остыть и убираем на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Очень вкусный томатный соус на зиму готов. Из указанного количества продуктов получается 4 пол-литровые баночки, плюс грамм 200 на пробу. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.